Гекко и пропавший Геккомобиль. Сначала Грег не мог найти пасту, а теперь учебник. Если не поторопимся, не сможем помочь приготовить самый большой омлет. О, да, это будет классный рекорд. Я готов! Самый большой омлет, мы идем! А где ложка? Ах, да! Я ее не нашел. Грег, ты сегодня все теряешь. Ты бы и уши потерял, если бы они отстегивались. Они на меня наговаривают. Ребята, плохая новость. Нам придется отложить попытку побить рекорд. Вы шутите? Но я так хотела разбить яйца для омлета. Извини, но яиц нет. Они пропали. Они явно пропали не сами собой. Конечно, тут что-то не так. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Герои в масках! Пришло время отыскать эти яйца. Геккомобилю! Жучки-паучки, я что-то странное засек. Остановимся и проверим. Фу, ну и запах, ужасный запах. Идем на запах. Я только припаркую Геккомобиль. Хорошо, Гекко, только не забудь, где ты его оставил. Ха-ха, уж его-то я не потеряю. Потерять мой Геккомобиль? Никогда. О, привет, чешуйчатый! Готов быть обстрелянным? Черепашки в рубашках! Ты выстрелишь в меня крутым яйцом? Не крутым, тухлым! Предназначены для омлета, и я намерен их у тебя забрать. Ты об этих тухлых яйцах? Я обрабатываю их с помощью тухлонатора, чтобы от них шел ужасный запах. О, какая гадость! О-ха-ха-ха! Скоро всем горожанам придется прятаться от запаха в своих домах, и город станет моим! Лучше удирай, чешуйчатый! Но мне нужен Геккомобиль, чтобы спрятаться от этого запаха. Где я его оставил? Гекко! Фу, ну и запах. Надо как-то от него спрятаться. Как насчет Геккомобиля? Где он? Ты его не потерял, надеюсь? Конечно нет, он... Привет, герои в масках! Или точнее, пахучки в масках. Я включаю свой тухлонатор. Вас ждет суперсмрад! Мы сможем выдержать этот запах! Нам не нужен Геккомобиль, чтобы остановить Ромео! Эти яйца пахнут еще хуже! Ну, разумеется, котеночек! Мой тухлонатор сделал их еще более тухлыми! Может, все-таки спрячемся в Геккомобиле? Где он, Гекко? В этом нет необходимости! Спрячьтесь, Вот так! То есть вот так!
Или так. Просто спрячьтесь. Но у нас нет камуфляжа. Птички невеличкие. Надо уходить. Ой, бежим. Бедные герои в масках. Этот запах слишком силен для вас. Камуфляж — это неплохо, Гекко, но все-таки нам лучше сесть в Геккомобиль. Где он? Он вон там. Я приготовлю для вас новую партию пахучих яиц. Один момент. Я уже не могу выносить этот ужасный запах. Ромео его не чувствует, так как он внутри лаборатории. А мы должны быть внутри Геккомобиля. Идем, Гекко. Где он стоит? Но он нам не нужен. То есть... Гекко, что ты делаешь? О, нет, новая партия яиц готова. У меня появилась идея. Что? Как это остановит тухлые яйца? Вот так. Не волнуйтесь, я разгоню запах с помощью своих супермускулов. А, идеальная мишень. Огонь! Фу! Фу, Гекко! Я знаю, мне еще хуже. Надо тебя помыть из водяной пушки Геккомобиля. Почему ты не скажешь, где он? Ты ведь его не потерял, надеюсь? Нет, я знаю, где он. Но дело в том... Я знаю, как остановить Ромео. Настал момент его самого атаковать гигантским яйцом динозавра! Это самое большое яйцо, которое я видел! Мой тухлонатор придаст ему идеальный запах! Гекко, стой! Нельзя его бросать! Я не собираюсь! Я всего лишь хочу его напугать! Вот так, мальчик-ящерка! Отлично! Вот гадость! А после моей обработки запах будет просто убойным. Его никто не выдержит. Я завоюю весь мир. Ящерки в ящике. Он разобьет это яйцо. Я схватил его так, как запаниковал. А запаниковал я так, как... Не хотел вам правду говорить. Настало время героев. Я правда потерял Геккомобиль. И без вас я не смогу его отыскать. Почему ты сразу не сказал? Потому что вы считаете, что я все теряю. Гекко, извини. Мы не считаем, что ты все теряешь. Мы просто шутили, так как ты потерял несколько вещей утром. Теперь, когда ты нам сказал, мы начнем искать. Но как же мы сможем найти невидимый Геккомобиль? Легко! Супер-камуфляж Геккона! Хоть я и невидимый, но яйцо все-таки видно. А знаете, кто обстрелял Геккомобиль? Ромео! Ты гений! Будем искать яйца, висящие в воздухе! Совиный взгляд. Я нашла! Но он очень плохо пахнет. Не так плохо, как будет пахнуть город, если Ромео то яйцо разобьет. Герой в масках. Надо остановить Ромео, пока еще не поздно. Теперь, когда мы нашли Геккомобиль, пора показать Ромео, что он умеет. Еще немного, и это яйцо станет самым зловонным яйцом на свете! Почти готово! Теперь вам меня не остановить, негодники в масках! Сейчас наступит смрад Агедон! Геккомобиль, выпустить хвост! Сейчас поймаем! Ой, не поймали. Ха-ха-ха, опять не получилось, неумехи в масках. О, нет! Гекко, что ты делаешь? Это был неплохой бросок. Но как вам такая подача? Гекко, нельзя, чтобы оно разбилось. Есть одна идея! Геккомобиль, реактивный выброс! Молодец, Гекко! Нет, я разобью это яйцо!
А теперь избавим яйцо от запаха. Разбитые яйца все еще пахнут, но у нас ведь есть гекомобиль. Я помою город его водяной струей. А я могу вернуть яйцо в музей. Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ну что, кто хочет яйцо разбить? Есть желающие? Я готов! Я надеюсь, оно не тухлое.